что у нас теперь? Оп. А, ну то есть потом показать запись, это тебе нормально, да? А сейчас ты отказываешься. Смотри на Streaming Game Impact. Watch it. Я не понимаю. Окей, здесь все встряло. Заходим на ютубчик. На ютубчике все даже очень даже да, как обычно. Why? Качество, конечно, умерло малость. Ладно, дохера умерло качество. Да, печальное зрелище с таким-то качеством. Ну не знаю, что с Твичом. Это ужас. Твичу надо расти. Так что я извиняюсь, но я побежал дальше по квестам. Так сказать, сейчас мы посмотрим. Мальчик, мальчик. Совсем подряд мальчик. Это такой... Может, это брат вообще этого? Так, у меня после всех этих переключений начался фреймрейт. Ой, как мне это не нравится. Так. О, да. Давно не видели, давно не слышали. Так, нет, что-то не то. Я тут опять, возможно, наколбасила, потому что паровоз. Я начала опять фреймрейтиться. Отпустила, ладно. Прогрузилась, отпустила. Нет, тут что-то, наверное, все-таки с Твичом. Я не знаю, к сожалению, как это поправить можно. Я с Твичом не очень дружу. Если вы знаете, что с ним, подскажите, пожалуйста. Потому что, ну почему, как бы, она... Будем честными, да? То есть запись можно увидеть, да? А все остальное нельзя. Это странно, не находится. Вот. Ну, блин, я же все-таки в Геншин играю. Картинка прям... Мед. Все классно, все летает, а тут... Да ладно, что ты волнуешься? Все на самом деле очень даже хорошо. Не волнуйся. Цубане, охами, кдете, аригато, поинта даке демо, покимаште кудасай, суритому мошкаште. Аната но поинта муратте ии дешо ка? Кавер нормальный. Делаешь видос, выкладываешь на ютубчик. Ничего не знаю. Вот просто выкладываешь на ютубчик. А вот как бы с вопросом... Твича надо будет посидеть, поковыряться. Потому что на Ютубе есть, на Твиче только голос и потом запись. Это
это странно. Ну, что поделаешь, так, ну что же. Если он закрыт, за жопу не схватят. Тем более, это кавер, не забывай. Тебе тоже ничего не видно на Твиче? На Трово переходить. Я не могу теперь на Трово перейти. Ха. В том-то и прикол. Рестрим теперь Трово вообще никак не хочешь подключать. Знаешь, когда я сделала замену типа Твича, я отключила Твич, решила подключить Трово обратно, и ни хрена не вышло. Хм. Как-то так. Очень печальное зрелище. Не находите? Ну, у меня там, походу, дело квадрат Малевича вообще. Как бы... Так. Ну, ну, пусти меня. Ах, Анасте. Ух ты ж, блин. А, цубаме, фароштете, аригато, мошкаште. Хонки де поинто ва моратте ии дешо ка? Гача-тикет! Иде! И! Э! 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 Идеска! Э! А, мама! Аригато! Идеска! Субаме, но кокоро ва ватаси на моно дес. そう、どう、よくできた。お、работает。Переводчик-то работает, VPN надо включить. Вот и решение проблемы. А причем здесь Япония с VPN? Я вроде в Японии. Неужели Twitch Японию не любит? Не уверена. Тут
тут именно что, возможно, он не может принять пиксели, поэтому так делает. А если я убью до того размера, который показали, картинка вообще кошмарная. Поэтому как-то неприкольно. Китай этот проект все еще живет, но рано или поздно тоже уйдет. Ну, как бы, опять же, ты делаешь кавер. Ты же не прешь песню, не говоришь, что это твоя. Ты тоже сделаешь ссылки на проект, вся фигня. То есть, как бы, come on. Как человек, который, ну, как бы, в этом деле, когда ты все эти ссылки делаешь и делаешь, типа, без монетизации, никаких претензий не может и быть. Даже на Ютубе, если ты монетизацию не включаешь, претензий нет. Так, а музыка вообще из игры есть? Хороший вопрос, а то, по-моему, меня только слышно. Проверка на Ютубе. Все на месте. Звук есть. Ну что, погнали, мальчики. Давай иди сюда, мужик. Котикой, ой, котикой. Kneel before me. Love it. Ага, то есть компьютерная версия нормально себя ведет? Не, ну я вот с iPad'а тоже попыталась посмотреть, там все тоже очень грустно. Не, ну на Ютубе же ж видно же. Меня вопрос больше мучает, почему с Твичом такой прикол, почему на мобильных версиях так вот. И, в принципе, на компьютере я тоже попыталась посмотреть, там тоже достаточно грустно. Но я могу понять, почему грустно, потому что я стримлю. Нянка, стриму даттара, даме дана. Ирой Рону какой-то докинай караса. Понравился. Ну, судесны. А нифига ко мне подходить. Лиза, да еще. То есть это не во мне проблема, а проблема в восприятии. Ну, то есть опять все через какие-то непонятные тернии идут к звездам. На. У.
Всегда пригодится. Оно ж не лишнее. Ну что, погнали. Сейчас все. Минна. ビリビリさせないとね。安らかに。 Что-то ты не туда вздынкнула. Ну ладно, оно само взорвалось. А, я тут сама с собой как бы нормально. Все хорошо. Я же играю, Тут просто, вон, получается, с Твичом какой-то прикол с мобильными версиями. Я просто не могу с компьютера нормально посмотреть. С iPad'а я тоже ничего не вижу. Что говорит о том, что у Твича на мобильной версии какие-то приколы. Потому что сам стрим люди не видят, зато уже его запись видят. Ну, как бы, камон. Что-то не то с передачей. Я не знаю, что. Вот. На Ютубе-то все нормально. Вот. Да? На Ютубчике-то все нормально. Ну, не то слово. Кто там? Мужичок. Паровичок. Ну ты посмотри, как он не отскочил. Ярьяри. Так. Ха-ха-ха-ха. Так, здесь мы сделали, остался последний квест здесь. А потом пойдем сундучки все собирать. Все, что увижу, все соберу. Чуть не разбил бедного араба. Яри-яри. Давай-давай, мучи-мучи. Удачного мучения. Ага, то есть... Окей, все хорошо. То есть сейчас тоже с ПК нормально видно? Омосирой. Нанка, Twitch сайкин, хеннокото яру десне, дакара чотто вакаранай. Коно аппликейшн на Twitch ва иро-иро но кото декинай... できなくてなってなんか、わからん。私はITひとじゃないので、わからない。ヘロヘロー。あ、名前は読めません。ごめんなさい。漢字はよく知らないからさ。でも、おはみ来ててありがとう。ポイントだけでも、ポケモンしてください。 それとももしかして、あなたのポイントもらっていいでしょうか? むその人たち? むその? むその来ててありがとう? あなたのポイント。 もらっていいでしょうか? そうですか?
Ине, аригато. Чикагоро ва гочагоча шита синсэй га ои на. Субете кякка шите оку то шио. Коно хито но кой ва ии на. Атаси ва има ва геншин импакто о гейму суру ноде, соште мочирон YouTube то Twitch ни стриму шимасу ё. Мошикаште, юкатта кереба митте не. それでももしかして私たち話しましょう。おい。おい。どっちのおい。おい。日本語は学ぶしてのはい学ぶします。まあまあまあまだまだ漢字がよくまあ読まないな。なんか苦手のよりはちょっと問題がありますね。覚えてるの問題。独学？独学。そうですね。もしかして日本人でしょうか？いいかな。よく知らない。でも少しずつ少しずつなるかもしれないな。あ、間違えた。あらら、I'm Japanese human. やめてって。日本人は過去のこと大丈夫ですよ。日本人の感じします。知ってます。わかります。何歳でしょうか？ライデン将軍が好きだったら二十歳ですね。かもしれない。学生です。うわー、二十歳じゃない。あらら、大学大学生じゃないですね。うそー。 はい、あなたです。あなたより私は、はいはいはい、アナグですね。やれやれ。でもこうやって場合はあなたのぐらいの漢字がまだまだ知らない。嘘じゃないでしょ。14歳でしょ。うん、今は学校の時間じゃないですか。イエス。やだ。Yes, my lord. ふん。今は授業中じゃないですか？Да, Twitch, походу, дело не справляется просто. Видимо, расширение такое себе. И ведь заметьте, это даже не 4К. Я еще при этом убила. У меня это
мой экран это 2000 там с хреном на сколько-то. Я это убила до момента 1200 с чем-то, потому что 1054 это прям совсем что-то очень пиксельное. То, что пишут в реалити, фактически тупо не видно. А это не есть хорошо. そちらでもサマーホリデーズ あ、春休みじゃないですか? そうですか。だからこそこの宿題は?宿題は無事今日の依頼を達成しました。終わってます。終わってました。まだまだですね。やれやれ、お仕置きするの時間ですね。すぐに宿題も終わってな。 ダメでしょ?終わらないなら。な? Хоть время значок эфира есть. Ну, как сказать-то, понимаешь? Опять же, странно. Потому что, ну, я тебе говорю, я по минимуму все сделала, и как бы мое CPU в лучшем случае на 40 захлебывается иногда, и это все. И то это бывает в тот момент, когда я начинаю пытаться что-то на компьютере ковырять. Так, это у меня 35% от моего CPU забирает все мои настройки. Так что, ну, как бы... Непонятненько. Аре яте яру но ни окурареру но? Окурареру но жанай. むつ、むつ、むつ、どのこと、どうやって? むかつく? だから、お仕置き? な? 日本語は難しいですね。わかる、わかる。誰よりもわかる。 それ見て、なーに? み? まあ、いろいろのあるですね。この感じ。私は今してるのはみです。 あー、こと? ことか、とか。 え? へえ。へえ。未来か? これは未来ですね。未来のみ。 はい。 外国の中でこの漢字が苦手ですね。それとも、なんとなく日、日か。でもこれだけじゃない。いろいろあるからさ。B、あ、もっと。 と読む方もありますね。あ、目は痛くなった。はや。ダイロー、おはみ来ててありがとう。ポイントだけでもポケモンしてください。
こんにちは。 もしかして起きるの時間でしょうか? みんなはもしかして全部が春休みでしょうか? おお。日本の漢字は紛らわしいの多いですね。そうです。そうです。 でもあなたたちは自分の人生の中で学校とかいつも勉強するでしょ?なんか何年ぐらいで? 10年ですね。まあまあまあまあ10年ぐらいでしょ?でも私たちは2年の中で全部勉強しないならならなければならないですよ。日本語能力試験はちょっと難しいです。 だからあなたたちの学校のレベルは高校のレベルだったら私たちの能力試験のN3のレベルですよ。それともこのN3レベルとして私たちは2年の中で勉強しないなら悪いです。ちょっと<笑> 早くない?早くない?あなたたちはなんか、ああ!よくて15年以上?いや、15年以上だったら、これはちょっと厳しいです。2年の中で全部が覚えてできないでしょ?私たちは。あらまあ。ああ、いや。 だもん。梅雨だけおはみ着ててありがとう。ポイントだけでもポキモンしてください。それともしかしてあなたのポイントもらっていいですか?日本語上手じゃないです。うん。おろ!いい!花言葉はありがとう。ありがとう。やれやれ、ありがとな。梅雨だけ、あなたの心は私のものです。いいですか?コインのギフトですけど、いいですか?やれやれ、ありがとな。もしかして、聞きたい言葉はありますか? でも最初から何歳ですか? 梅雨だけさん? え、誰? мальчик книжка ほんです、なんでって ギョードツユだけ、ありがとう。まあ、漢字は全部知らないので、だから、はい、全文の名前は読んでできないですね。でも、ひらがな読んでます。カタカナも読んでますよ。まあ、そうですね。でも、ギュドンさん。 聞きたい言葉はありますか? うん。発音とっても上手だと思うけど そうかな? まだまだですと思うよ。 漢字はルビー難しいですもんね。そうやな、難しいな。ゴーゴー、ねん、ゴー。あ、いやー、やめろよ!
私たち、いや、これの、やばくない？この感じはしてますよ。でも、いつも、間違えますよ。私も。いつも、誰かは肉、誰かは麺、誰かはゴーゴー、このゴーゴーのゴーゴー。やばいや、これ。やばいよ、おい。でも、あなたたちは日本人でしょ？ 15 年の中で、この漢字は全部覚えてると思うよ。でも、私はこの時間がないよ。それはちょっと残念ですね。まあ。まあ。あらー。おかえり。ツバメおかえりおかえり。小さい頃は間違えてるな。これも別の漢字ですか？よく見えないからさ。何と何と。小さい頃は間違えてたな。私は今はいろいろのことを間違えています。普通に間違えできないものは間違えています。大丈夫です。大丈夫です。Не, я смолу в одиночку не сливаю. Там-там. Так, откуда бы пойти гулять за всяким-всяким? Отто-о-утто. Дай. Ха! Яда! Дэмо, она татачива. これは全部必要があるでしょ？大学は入れ欲しいでしょ？欲しくない？でも牛丼さん、何歳ですか？みんなはもしかして全部は学生ですか？14歳ですか？今、20歳です。でもダメです。20歳だけですね。やれやれ。若いな、若いな、牛丼さん。ツバメさんは何歳ですか？大学生です。でもまだまだ21歳じゃないでしょ？お酒はまだまだダメでしょ？まあまあまあまあまあまあ。またね、シーア、はい、そうですね。なんか、これは使ってるのは方法は、みんなのとしては別ですね。あなたの友達だったら、シーアとか、なんか言ってるいいです。なんか、あなたが知ってるの人も言ってるいいですけど、あなたはなんか、上の人だったらダメです。でしょ？ちょっと同じでしょ？まあ他の国は何歳ってとして普通に21歳ですね。はい。でも私の国は18？英語も難しくない。同じだよ。同じよ。
またねは see ya と同じでしょ。でも普通にまた来るですどうかな、そして行ってきますとかな、もう普通にちょっと別の言葉使うでしょ。二十歳から大丈夫？うっそー面白い。もしかしてあなたはこのああ名前は覚えてない、 Coming of AgeComing of Age Ceremony、 なんとかな、 Coming of Age、 日本語で覚えてない、この Coming of Age、 いや、これじゃないですね、ここか、時代の到来、いや、これじゃない、成人式。こん、え、え？イボン年に成人式した。この職員にいる。でしょ？ Welcome 。いらっしゃいですね。使い慣れかいな。はい、使ったら理解できるよ。If you hello and greeting you, feel free to Pokemon the points or you can give some to me. I'm trying to get into the top of 20 here. Will you help me? インギのスタイルですね。しました。じゃあ、あなたはタクセードとか着物とか、服はどうだった？Good morning。たたたたた、痛い痛い痛い痛い痛い。痛いよ、おい。キリキリキリキリキリキリキリ。キリキリキリキリキリキリキリ。シュツでいましたね。面白くない、木窓だったら面白い、綺麗じゃないか着物は。シュツはあなたはいつも着るでしょ、仕事とか面接とか、まあいろいろのことでしょ。面白くない、現代できた、いいじゃん、着物は女性がよく着るかもしかもです。まあそうですね、でも男子の着物もとっても素敵ですね、とっても、なんでないですか？着物は男だとに踏んでも少ないです。なんで？綺麗でしょ？まあ。まあ普通に、はい、あなたたちは日本人だですね。自分の綺麗のことは綺麗に見えないですね。普通のことに外国人のとして普通じゃないもの。あなたの普通けど、この人は普通じゃないでわからないと思うね。ああ持ってない、でも普通にこの成人式にだったら特別に買うでしょ、これを、着物は買わない、面白くない、
Алала. Мита. Уи! Нигасанай ваё. Моратта. Моратта. Чинде кудасай. Алала. Кава най кана. Нихон да то моу. Но хито га киру но кимоно ва ха кама то ю но га ой то моу. А, со деска? Ка? まあ、様々セクシーと思うよ。着物は綺麗だ。セクシー。だから私のキャラは着物の着るですよ。2年の中で変更しないものですよ。とっても素敵ですと思うよ。 Time remain. なんのことですか? Huh? 5 seconds? わからない。このミッションはわからない。まあいいや。 出てある着物は日本の着物は違い。はあ、そうですね。でもこの着物もありますよ。とっても好きけど、最初からこの着物は落ちました。ふふん。ふふん。ふふん。 Tricky. Bum bum. Hello. だんだん君が受け取れ。お、君が受け取れ。やだ。わあ、男子っぽいですね。ふん。二十歳。やれやれ。いや、ちょっと、あなたは学生だったら、今は学生も 春休みですか? 大学。全部は?全部。理論の演劇。神里流。総流水泳。よっ。あいやいやいやいやいやいやいや。あらららららら。 いや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 
やーりゃん。私のキャラが死んだやん。もしかしてまだまだそんなに強くないかな。あらら、いやいやいやいや。あーいやいや。ちょっと休憩休憩。あらら。はい、これ。あらららららら、やめろやめろ。あ、ドリちゃん、やだ。あやな。やだもん。ちょっとビリビリさせないと。しびれなさ。やだ、ドリちゃん死んだ。リーザは死なないでください。やだやだやだやだやだ。ああな。うわあ。うわ。死ぬかも。いやあ。うん。リーザは死なないよ。敵のキャラだからさ。おお。行きます。あらま。かせおはみー来ててありがとう。ポイントだけでもバキモンしてください。それとももしかしてあなたのポイントはもらっていいですか？うん。牛丼果たしたな。やれやれ、若いものはいっぱいあるな。はあ、初期官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。なんか痛いな。うん。ビリビリさせないとね。逃がさないわよ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。やだ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。うん？なんで？ああ、そういうことか。もらった。いや、と。どこですか、あんた。おい。帰るつもりか。こっち来い。いや、産卵。強制。そうね。これこれ、それそれ、それそれそれ。かわいこちゃんは気に入ってくれるかしら。気に入ってくれる。リーザだったら全部好きよ。リーザ。
もういないかな。あらら、いたいかも。いやー、ノノノノノノノノ。じゃあ行きましょう。保険へよ。よっと。身の程をしと。安らかに。と、もらった。私も興味が湧いてきちゃった。そうですか。うん。いや、そんなことないな。ここはいない。あ、ここはないから。どこ？ん？捕まったかな？捕まったかな？Непонятненько. Потеряла, кажется, нить событий. Угу. Хе, сайонара. Матане! Дори-чан. Куда мы идем?行きますね。あは。これは助かりますね。もちろん助かりますね。おばさん。ちょっと。おい。へー。あなたのこと助かったですね。何かもらっていいでしょうか？もらってない。いやー、ずるいな。何にももらってなかった。はは。パン。ずるいよ。ダメでしょ。вот ты помогай после этого людям。よっ。あはぁ、面白い。さて、さてさてさて、何かかな。あそこで何かあったですね。あ、ない、間違った。
Аллама. Симасин. Вакаранаймано. このことだったら電動のキャラが必要があるですね。いや、ちょっと電動ある。ダメ。ハン。 取りに行こう。やだ。 行かない。 No? Yeah. 挑戦。豚肉。 いいじゃん、豚肉だったら。 Ну, это-то и понятно. У меня есть дендер персонаж, но мне все равно нужно другого персонажа брать, чтобы шлепнуть. Окей, какого она не мой най, но. Ха? なんのことでしょうか。もらった。いや。いや。理論の演劇。 А? Доку читал? А, какого? そのことないな。ないですね。ここもいない。そこもない。何もいない。オッケー。あなたは何のことでしょうか。 知らない。 Это и понятно, что их больше, они планят как кролики. Ну не знаю. Challenge failed. А что за challenge был? Я что-то, а я что-то сделала? Find the control key for the extract. L3, L2. I don't know you. Chancel. How? How? Aww.
考えてほしくない。今日は考えて。おお、ダンシング。She's a girl. She's in groove. She's dancing. Красавица. It's. А она танцует. Ну все, потанцевали, хватит. Сорю сие. Матчата. Дарда. 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 Секси джоши дешо? Дарда. Мендода. Мендода сне. でもセクシー女子だったら面倒はいいじゃないか。そう思わないの？ああ、この人の彼氏ですね。前がありですか？挑戦。彼氏だな。リーザ、リーザヒルも必要があるよ。よし。さてと、ここは何あるかな。ヒューヒューヒューヒューヒューヒュー。やれやれ、もうすぐはご飯時間だな。腹減った。Прям поджопник. Я ценю тебя. Киоцкете, не? Хай, хай, хай. Даме, даме, даме. Даме, даме. Нигасанай вайо. Лиза, дешо? Яна. やば。あ、お、イエーイ。Hello, man. 逃がさないわよ。もらった。あそこも何かあるかもしれない。シシシシシシシやった。やややっやっやっやっしびれさせちゃうわよ。みかちゃん、持ってたんだ。なんで？欲しくないの？戦おう。逃げるつもりか？ちょっとビリビリさ。
早く拾うといい。遠くに転がったら面倒だ。捕まった捕まった。どんどんどんどんどん。何かありますか。お、肉肉肉肉。肉肉肉肉肉肉肉肉肉。知らなかった。おお、美味しいだな、これ。かもしれない。かな。ムシュルムス、ムシュルムス。必要があるかな。もらった。て、と、いや、いや、せ、と、て、は、いや、三段。は、それ。挑戦。どこ？うん。逃げるつもりか？やだ。こっち来いよ。ゲームしましょうよ。Грибочки. Сате, то, нанька, нанька, чикаку ни, арукана.一人きりで、なんで？はあはあはあはあはあ。面白くない。こっちですね。面白いものはこっちありますかな。
へえ、なんか、おお、新しいの。へへ、おお、ヘロヘロ、通りの。ええ、知らなかった。ティアク、ピン、ピン、いやいやいやいや、ピンピンピン。ピンしたいですから、これじゃない。ピン。そこです。ポジはあ、できない。No! No! できへん。No! Flowers! あそこ。やれやれ。OK。こうやってやってみましょう。ちょっと待って。お手洗い。お手洗いに行きます。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。お疲れ様です。ほう、ハミー。僕も服着ててありがとう。ポイントだけでもポケモンしてください。それとももしかして、あなたのポイントもらっていいでしょうか？教練員にいる者たちを見れば、わかることだが。Почему стриму сну? Ничего, нельзя в туалет сходить. По нужде великой.Или и на Ютубе все упало. На Ютубе тоже все упало? Аригато гозаймас! Бокумову! Аната на кукуро ва? Ваташи на моно дес? Но? Аната на кукуро ва? Ваташи на моно дес?でしょう。あむね。ты же мне поинты не зарабатываешь. ありがとう。帰ってってわけでは。変えてくわけではなかったですね。そうですね。かもしれない。おい。
そうや。Я тоже путь-кетик хочу. Хоти. Мне этих букетиков 500 штук надо. Минимум. Чтобы попасть туда, куда надо попасть. Кон ивенту а чотто зурай на. Минна ва нанка сугой десу не. Демо... このビルボードに入りたい。めっちゃ入りたい。名前もだけでもいいじゃないかな。な。うん。お。あ、タイマー。タイマーはできない、ミヤコ。Sleeping Bear, good morning, good afternoon. Feel free to Pokemon the points. もらった。Or you can share them with me, because I'm trying to get on a billboard. まあできるかな、できないと思うけど、でもやってみたい。もしかしてみんなのおかげでできるかもしれないの？ほほほ。た。た。そうですか。そこも何かありますか。いないと思うけどな。お、何かあります。プチュプチュ。全部必要があるからさ。いらない。あなたたちは。あなたもいらない。Да, ты. Ну, разное время. Сейчас-то у нас день 11:38 утра, точнее. А если это Америка? Кстати, что за флажки? Я вот этого не понимаю. Какие-то флажки. Что бы это могло значить в реалити? Познавательно, на самом деле. Хм. しびれなさい。しびれなさい。やれやれ、リザは、うん、リザですね。素敵な人ですね。キャラはめっちゃかっこいいですね。あはん、あはん、あはん、あはん。Чтобы получить это, мне надо по ходу дела все это расстрелять, да? Ладно, ладно, ладно. Давайте попробуем. Не, ну это я знаю, что у нас ночь. Причем местами даже очень глубокая. А где-то утро? Матерон, ико. Нуп, окей. Угу.
見えないだろ。よっ。はっ。ふっ。ふっ。ふっ。ふっ。はっ。見えないだよ。私も興味が湧いてきちゃった。ですね。странно, конечно. Ну как, хендзяна или шока? А то что дендро кера как-то арокеру, но коно дендро, но дендро, но скилл а, скатте декинай. И цмо арся га стё гару но. Эте. Хен дешо? Рыбка. Сакана. Хая сги. Лиза, а топ десне. Не, ну как бы. Ага. Хм. もらった。Звездочка, которая под носом-то мазать, что-то похожее здесь есть, да, и в Китае тоже есть. В Корее, правда, не видела. А что? Занюхнуть захотелось. А вьетнамскую нет, точно не видела. Аналог видела, а вьетнамскую нет. Ну, во всяком случае, я еще тут не особо и гуляла, чтобы что-то видеть. Давайте будем честными. Это я вот отсюда вот туда ушла. Это я могу, это я крута. Не достала. Что-то тут такая музыка успокаивающая. Коно эриа но онгаку а чотто мечча релакс сасеру но дес. Ва, ии но. Ну, мне проще спросить человека, который здесь живет 10 лет, он, наверное, точно знает это и все. Потому что японцам объяснить, что такое звездочка, это будет из разряда фантастики. Моего японского все еще не хватает. Причем настолько не хватает, что видишь, до сих пор без работы. Ну, я в процессе поиска.
逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。挑戦。いや。早く拾うといい。遠くに転がったら面倒だ。Да ты, блин. Да я б тебе уже в лицо обдала за такие фразы. Некрасиво так говорить. И не важно, что ты архонт. Я три слова только понимаю. Ну, мне еще хренозелен слов учить. Одному даже намекнуло, что можно было бы вот так учить японский. А я бы тебе английский, а ты бы мне японский, а там все грустно. Они какие-то такие, какие-то. Да. Именно такие. Ну вот, улетели. Так, здесь вроде было очень много сундуков, точно помню. Куно Эриани и Паттату Кидо. Нанде. Знаешь ты, не припиняйся. Все равно что. Ай, сам себя подорвал. Ня, привет. Да ничего, играю в Геншин, пока еще можно. Потом опять учеба начнется и все, опять в завязку. Так и стримлю Геншин даже. Правда, все странно и необъяснимо, но... Так, где-то здесь... Хренокулус, где? Стрим идет и на YouTube, и на Twitch, но, видимо, только с YouTube можно нормально смотреть. Ну, что поделаешь. Обожаю Т9. Да, он у тебя прям отжигает. Причем очень миленько, по-моему. Нима, что ты? Иро-иро, но нихонжин му ханасиштыру, но дэ. Нанка, минна ва има ва... Сожгла араба.
Я араба сожгла. Араба сожгла. Охренеть, я араба сожгла. Не, да, ладно. Прости меня. Я не хотела. Это была случайность. Это была случайность. Нанка, татудэнни, яттимашта. Вазато джанай дес. Вазато джанай дес. Вазато джанай дес. ここだったらどう？見つけてできるかな？いやー、なんか別のエリアですね。別々の。総流水泳と逃がさないわよ。Конечно, можно. Милена Джилай идет трансляция. Я же прямо сейчас там транслируюсь. Набираем Милена Джилай в поисковике, и все получается. И все открывается, и все получается. Вон, люди в карты играли, а я их убила. Как меня, яй-яй. Нам-то, нанка, минного гейму штетте, а тащева чё-то варуино, хито не наримашта. Яре-яре. Досимасё. Так, где-то здесь. А, это ту, которую я так и не нашла на все это время. Она где-то внизу, на самом деле. Ага. Ну, сука, она не кару, ё. ちょっとビリビリさせないとね。早く投稿しなさい。そんな乱暴はやめて。Я застрял, я застрял. Какой мне хороший фонарик. Аташи на рампу, а игра. А, да. Столько людей ради простого... Нанка хендес, не? Кими га укеторе. Ясашку натта? Аригато! Тоже мне, блин. Цыруй! Цыруй! Соннани... Ясашку най на котоба даттара... Угу. Алла-ла.
見えなかった。ごめんね。保険へようよと。ごめん、見えなかったけど。あは、あそこもこれあるよ。でも分からん。これはちょっと分からないから、あそこに行きましょう。キシャキシャキシャキシャ。セフフトフセト。キシャキシャキシャキシャ。Победа. Ня, ну ра, наконец-то попал на твой стрим. Геншин, спасибо большое. Ну вот. С японцами все плохо, они что-то все вот заняты. Я тут вот с утра упрашивала одного из японцев, мол, типа, вот, ты же видел, я вот с Суймой делала стрим, вот такой же с тобой хочу, потому что вы же японцы все разные, разные еду любите, разные напитки тоже любите, а следовательно, как бы... Это же будет классно. Чё-то бери-бери сосенай то. Не умеешь ты защищаться? Не гасанай то. Сибиренаса. Спасибо за лайк. Я еще тут пытаюсь в реалити по факту попасть на билборд. Надо 500 тысяч поинтов набрать. А я, блин, даже сама себе задонатить не могу. Я тут уже крутила, вертела, вертела, крутила свою карточку, пыталась подключить, ни хрена не вышло. Ага. Только с вашей помощью, видимо. Только так. И никак иначе. Но 500 тысяч, это ж, блин... Если 500 человек скинется по 1000, у меня вроде даже есть целых 600 подписчиков, но это, считай, мертвые души. А, хотя бы 50, но, к сожалению... Хиро, о, хами, кетете, аригато, поинто даке демо покемон ште кудасай. Соре то, мошкаште, аната но поинто мурате ии дешо ка? А, скидывать надо обыкновенные. Ты можешь каждый день по 3000 поинтов собирать бесплатно. Ты вот забегаешь на какие-то стримы и вот собираешь вот эти вот по 100 поинтов, которые ты за сутки можешь собрать 3000. Вот, а если ты еще в ивентах участвуешь, ну, местного характера, там, рыбалка вот сейчас, там, за заходы тоже коины дают, вот, там были моменты, когда вот просто вообще ни за что много чего давали, там, постой там, посиди здесь, там, как вот надо было зайти в мир с этой Osaka Station, тебе за каждый заход там на 15 минут, то есть ты 15 минут там отстояла, тебе 50 коинов давали, вот так вот как бы можно бесплатно, без доната, конечно, набрать, но... Вот это все можно вывернуть в подарки, чтобы эти подарки как бы мне дарить всякие вот эти вот, как сказать, ну как сказать, господи, там цветочки, еще что-то, они засчитываются вот в этот ивент, которого здесь вот сбоку ты видишь. Если я соберу 500 тысяч, мое имя будет на билборде, вот. Я не требую, чтобы я там попала с морды лица, но хотя бы имя, чтобы японцы в Фукуоке меня увидели. Да-да-да-да-да, вот это, вот это. И вот этого надо очень много. Вот, так, глядишь, японцев привлечем, глядишь, больше их станет в стримах, чтобы мучить их, допрашивать разными там вот. Потому что, ну, пока все очень печально. Как бы со мной согласился постримить только Суйма, другие как-то все бегают от греха подальше как-то. Я не знаю даже, как это еще назвать. Вот, а он не всегда может тоже, поэтому еще новых людей, чтобы на вечерних стримах быть, может, на утренних. Ну, как бы я обычно об этом рассказываю как раз на втором канале в сообществе, что если вдруг кто-то попадется, мы, в принципе, в ТГшеньку тоже скидываем, вот, да, то я вот выложу, как тогда с Суймой, я выложила, что вот у меня будет с ним стрим. И вот как-то люди особо и не пришли. Самое интересное. Вот, но... Было хотя бы интересно, вот. Минус, когда приходится с человеком коллаборироваться, тут, конечно, свои приколы, к сожалению, со звуком. Но ничего, я даже из этого вышла, нашла, точнее, выход, так что все хорошо.
А второй канал можно найти? У меня все мои каналы указаны на моих каналах. Если ты нашла канал с YouTube стримом, а это второй мой канал, то и другие там тоже указаны. Можешь найти. Сообщество само по себе на канале тоже есть. Если туда заглянуть, посмотреть, я туда что-то пишу про на английском и японском. Ну, как бы... Ну, я старательно привлекаю японцев. Очень старательно. Хреново, правда, получается. Минато-сан, китайте аригато, комбанми. Поинто таке демо покемон ште кудасай. Соре томо, мошкаште, ваташи ни поинто агеру ии кана? О, YouTube в принципе некорректно работает, это нормально. Я уже привыкла. У меня, в принципе, все мои, как бы, каналы, по факту, с уведомлениями полная жопа. Что основной канал, что все остальные, никаких уведомлений нет. А я, как бы, стримлю, скажем так, если стримлю иногда очень неожиданно, либо с утра, либо вечер, поэтому тут свои приколы. Я уже, с одной стороны, к этому привыкла. Вот. Можно сказать, можно поймать за счет реалити, наверное. Если в реалити хотя бы оповещение есть, если я начала стримить в реалити, есть шансы, что есть рестрим на YouTube и другие какие-то мои соцсети. Ну или нет. О, Лиза, перестань. Мне и так тяжело. А ты так эротично забываешь. Не вставай, не вставай, не надо. Я не знаю, как настроить так, чтобы мой ТГ-канал уведомлял о том, что у меня происходит. Я не знаю, есть ли вообще такой бот, чтобы он скидывал то, что я вот стримлю или еще что-то в Ютубе хотя бы. Так что, упс, если кто-то знает, кстати, можете поделиться, а? Потому что это бот, который был в ВК. Он что-то тоже корректно перестал работать. Он даже не говорит, как бы, что, ну, мое видео вышло. Сейчас, кажется, что-то меня ёпнет. Странно, цветочки стоят. Не ёпнуло. Странно. Хенна кото дес. Не, я только на японском. И никак иначе. И никак иначе. Вот. Так что, нян, собирай мне поинты. Глядишь, мы прорвемся. И я попаду, и у нас будет потом много японцев вообще. И вообще все будет круто. Потому что пока они стесняшки еще те, блин. Задолбали, если честно. На самом деле, всех вот эти вот пытки, блин, ня, просто. Я буду стараться. А чё на английском? Почему не на японском? Спасибо, 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 спасибо. Да-д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 а. Нам нужны японцы, мы их достанем. Так или иначе. Нян-сан но кокору ва ваташи но моно десу. На. Сейчас еще Нян Сэмпай подумает, что это я про него. Тут есть Нян Сэмпай. У него такое же имя, как у тебя. Я бедняжечку тут уже малость поиздевалась над ним. Ну а почему бы и да? Могу и можу. Иди сюда. Ой.
мясо. Мясо, мясо. Грибочки. Ва, пари балу. Да-да-да. Мората. Короче, тебе манчить и манчить. Можешь пойти попробовать поманчить. Вдруг что наберется. Называется задание. Времени особо нет, так что надо постараться. Даже имя будет очень даже к месту, мне так кажется. И... Не-не-не-не-не. Сори! Сори, сие. Хиру мада и най. Мама, за татакава най. Татакава най. А, они поднимают, по идее, мой стрим в реалити, чтобы люди сюда заходили. Ну, как бы только это, по-моему, они могут, к сожалению. Но люди особо не делятся, хотя тут некоторые японцы заделились, что очень удивительно, они обычно не делятся. Угу. Йо. Ой, отстаньте, я яйца собираю. Так что тут только поинты. Манчить их и манчить. А, да, там, кстати, коины можно заработать. Которые как раз можно за счет этих коинов что-нибудь прикупить. А, смотри, ты жмешь на поле, ну, типа на море, вот, она кидает туда удочку, как только начинает клевать, ты еще раз жмешь на экран, и она сама автоматически ловит. Иногда ловится, иногда не ловится. Вот так ты и ловишь рыбку, собственно говоря. Там тебе это все засчитывается, либо не засчитывается, ну, как бы засчитывается и поднимаются ставки. Ты вначале попадаешь на мини-боссов, потом на боссов, вот. Таким образом ты левелапаешься потихоньку, полегоньку, ловя рыбку. Вот, ну и, соответственно, получаешь то, что там по ивенту сказано. Это прям пипец, сколько времени занимает. Я еле-еле душа в теле себе 5-й уровень подняла, там надо 10-й, чтобы тикет получить. Охренеть вообще. Вот. Так, это у нас, по-моему, яйца. Ну ладно, мы все равно сейчас зайдем и возьмем. Все, что светится, все надо. Вот так вот, все достаточно просто. Ну, еще проще было действительно на станцию заходить на 15 минут, но теперь все, этот ивент закончился. Теперь за каждодневные заходы что-то дают.
От тикетов до рубашек, до коинов. И вот, получается, за рыбалку пока все. Больше ничего нету. Был ивент просто, по-моему, за заходы тоже давали. Какой ты толстый-то, а? Алала. Алала, убила. Это я влипла, это я крупно влипла, это я очень крупно влипла. О, сука ты! Рогатая, рогатый черт, 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 Лизу убили. Нет, Лиза сюда. Канаси? А, вот еще откуда дамаг шел. А я тоже играю в Genshin, правда, только 50-й рак. А я на Европе, собственно, извиняйте, у меня на Азии никого не было. Ну, точнее, как, японцы, конечно, на Азии. И у меня на самом деле есть на Азии привязка, правда, к другому. Точнее, там ничего не привязалось, на самом деле. Так, надо пойти спасти. Пошла я за яйцами, называется. 12-12. Надо покушать, получается, да? Ну, ладно. Так и быть, покушаю. И как вот эту достать, бабочку, блин? Вообще шикарно. Никак. Да, никак. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, что мы можем с тобой сделать. Я у тебя все до 90 пытался. Вот так. Яйца я собрал. Значит, надо убивать пустынников и цветочки. Я молодец. И будет у меня 90-й. Замечательно. Айо. Ну что, пустынники, вам не повезло. Очень. Конкретно. Вообще. Я сейчас буду устраивать геноцид. Так, а что у нас здесь, кстати, птичка? А, ну здесь 90, тут надо поднимать таланты. А я не могу. Тут тоже не хватает. Тут надо вот туда ходить. Хотя тут надо вот эту вещь поднимать. Так, Дори у нас тут. О, Дори! Да ты у нас вообще голая. Так, ладно. Окей. Джинни нам нужен. Ты у меня единственный хилер, блин, на данный момент. И все. И на этом все закончилось. Потрясающе. Ладно. Единственный недокачанный — это здесь. И мне не хватает книжек, блин. Я не могу добить Лизу, понимаете? Ну как так? Упс. Большой упс. Хотя как-то странно. Огромный упс.
Жалко, что только начала играть. Очень жалко. Так, ладно, ладно, ладно. Thank you. Так, что у нас тут? Эх. Я могу крутануть? Мальчик, мальчик. Ну иди сюда, мальчик. Ну что тебе стоит, мальчик? Ну давай в мою коллекцию, мальчик. Хари такунай нанто. Чи. Видимо, мальчика мне не видать. Ага. Так, что нам надо? Нам надо много пустынников. Нам нужны книжки Лизы. Они, по-моему, у нас сегодня не мурлыкают. Wednesday, Saturday, Sunday. Что у нас сегодня? Wednesday! А вот и Wednesday. Попёрли. Потрясающе. Я иду. Я лечу. На крыльях любви и страсти. Так, что там нам надо? С огнем. Я не помню, что там. По-моему, у нас там ледяные ложбины. А следовательно, по-хорошему, мне нужна другая команда. Кажется. Condense Ice and Apple. Да, Крио. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Так, здесь мы. Hello. Обязательно. Обязательно. Пошли, мужички. Пошли. Пойдемте, мужички. У меня вообще Райзен есть? Хороший вопрос. Так. Нам нужно это. Нам нужно это. И нам нужно вот это. はい。あ、いたたたた。はい。あ、いたたたた。よっ。逃がさないわよ。 Это прям болезненная ситуация. Тяжеловатенько идёт. Сегодня почему-то только рыбалка в миссиях. А, ну, значит, ты не успела за теми миссиями, которые были до этого. Бывает. Бывает.
地の炎。しびれなさい。そうね。しびれなさい。そう。ちょっとビリビリさせないとね。火に気をつけろ。я, блин, все схлопотал. Ты посмотри, как куда? Синдея, ой. А, втори. Сандан. Не гасанай. Хоно но тате. А, как тяжело. Чётко били-били сасенайто. Да ладно, я поняла, что неправильная пати, но другая бы еще сильнее бы тут страдала. Ой-ой-ой-ой-ой. Они меня замораживают. Чётко били-били. Итай. Мучки. Соли. Чёсен. Ай! Соре! Нет! Омайно деван да зе! Дарья! Маленький засранец, там мохнатый. Убью нахрен. Остались только ты и я. Ты и я. Ты и я, блин. Самый толстый, самый классный, самый великолепный. И то сама. Как тяжело-то тут. Вот оно, когда нету. Это похоже на двойной бонус. Где это двойной бонус? Вот как это понимать? Вот как это понимать? Это не двойной бонус, это пиздец. А должны давать в два раза больше. Не, ну есть я теперь хочу просто безбожно. Джун Ли? Ну, когда нету Джун Ли, у меня все разруливает Ита сама. Хай, посимасё. Я Мицуки не наранай де не. しびれなさい。そうね。ちょっとビリビリさせないとね。そうね。逃がさないわよ。炎の盾。やがれ。
火に気をつけろ。お前の出番だぜ。器用の恐りだ。あら、どりゃ。あら、おらおらおら。そりゃ。Сейчас я вас тут, блин, подождите только. Ита сама. Ита сама. Он еще в шарике лежит. Ты посмотри на него, а? Совсем стык потерял. Иди сюда, зараза. Ты у меня ляжешь. Месть-то какая прям. Аж понравилось. Я не знаю, где тут двойной бонус. По-моему, тут вообще не двойной бонус. Печаль? Тоска? Ну ладно. Еще разочек сходим. Мой кай. Муикай. Отсунас. Немного отсунас. Хаяк токоу шинасай. Чотто били-били сасенай то. Ну, сбегают еще. ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。
立て。砕きやがれ。理論の演劇もらった。これしきの傷、放っておけ。ああ。抱きやがれ。Милена, можно узнать, какие аниме тебе нравятся? Ой, слишком много солнцемен. Oh, hi, my friend. You are so cute. Can you help me with hitting? Can you help me with hitting that? I'm on it too. Go-san datta ka. So help me. Oi, watashi mo kono koto wo shitai desu yo. Help me. I need that. 500,000. И вот так вот они это делают. I need that. It's not good. If you're not interested, why are you asking to follow you? It's not follow for follow. No way. Who knows? Maybe you're not interested at all. Why should I? Why should I? ちょっとビリビリ。計画が変わった。挑戦。はい。乱闘技。やっ。やっ。やっ。俺が守るよ。Bullet, good afternoon and greeting you. Feel free to Pokemon the points. О, у меня нет самого любимого аниме. У меня их слишком много. Все зависит от моего настроения. I can't decide. Нанка, хитоцу даке, ну да, 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 ка. Ра, хитоцу даке не декинайо. Иро-иро, но ски дакара са. Но... Когда ты так давно живешь, ты уже слишком много аниме любишь. Сделать отборочку не выйдет. I need a books, a lot of books. Oh my god, I sweated while I was there. Oh, shoo me. О, ну, понятно, почему даже понравился. Ну. Так, ну-ка посмотрим. Лиза. На-на-на-на. Лиза. На-на-на-на. А, еще три. Господи, еще три книжки. Но я думала, блин, подниму Лизу и пойду уже кушать себе готовить. А тут еще три книжки. Человек-бензопила тоже интересно. Весьма. Не могу сказать, что да, весьма, весьма. Правда, конечно, не для детей совсем, вообще не для детей. Но весьма таки да, таки да, таки да.
ничего интересного, купить нельзя. Ты тоже старенький человек? О, не, я не могу. У меня тут столько, у меня такой список, такой список. Начнем вообще с Кэнди Кэнди, Лула Ангела Цветов и Ведьмы Салли. Ну, еще можно пару макросов закинуть с гриндайзером. Вот. Заканчивая, в общем-то, последнее, что я тут пропищала, это фарфоровая кукла влюбилась, неожиданно так. Вот. Ну и, понятное дело, Кимецу но Яйба очень каноничненько, так, по-старому. Вот, блин, пристала такая мне, отстань. А? During the event, traveler can кормить замечательных чувачков. Оно мне надо, а что они дадут? Ну, кроме денег я там ничего не видела, поэтому, ну, как бы, Поэтому, когда у нас тут на уроках был просмотр аниме старых, и там появился этот железный поезд 999, который я видела когда-то давным-давно в своем детстве. Потом, блин, вообще Роза Версали, я аж прям такая аж слезинку пустила. Ну, хотя бы поспала на уроках. Да, вот тоже подстава. Сейчас пойду еще. Джунли. Да не, нормально. Сейчас я тут еще себе закрафчу. Сыр пригодится, еда. Сейчас мы еды накрафтим, и все будет хорошо. Во-первых, надо муки. Во-первых, мука. Да я не нарю? Комбалми, китэта аригато. Поинта даке дэмо покемон ште кудасай. Соре тому, мошкаште, аната но поинту мурати? А, Инна, аригато. Демо поинто ва мотто хоши дес. なんかこのビールボードに入りたい名前でも入りたいです。うん。名前だけでも入りたいです。これは何でしょうかな。あはは。ありがとうございます。うん。助かる助かる。助かりますな。ありがとう。みんなのおかげでもしかしてビルボードに入るかもしれない。はあ、嬉しい。Спасибо, нян. А, что еще? Кстати, советую посмотреть. Эта фарфоровая кукла влюбилась. Очень миленько. На. Вот. Не знаю, я бывший косплеер, мне очень нравится. Ну и понятно, что дело. Любить отоку сложно, а тут еще начали экранизировать
Ямада Кун Левер 99 Айш Суру, типа любовь к Ямаде 999 уровня. Там тоже немножко про геймеров, очень интересно. Вот. Камо Сиринай. А я пока что жду немножко другое аниме. Лиза. Оно еще только выходит. Думаю, вот когда оно закончит выходить, вот тогда и будет весело. Так, что у нас еще здесь есть? Вот это. И вот это. Да, и вот это. Еды, еды, побольше и побольше. Гухан, гухан, мото, мото, гухан. А, Геншин. Но. Сирамай. Коре мо сиранай. Бетсу но кото декинай. Ма, 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 ии десу. Окей, десу. Да, мне нужно еще, получается, 5 книжек или 3. Проверяем. Надо Лизу добить уже. 3 книжки, 3. В общем, сейчас паломничество. Паломничество. Wednesday. Wednesday, да, караса. Суёби, суёби десь ё. На. А. Декиру, декиру. Декиру, декиру. Кино ему Мария. Да, то тут, конечно, тоже обидно. Но хотя бы по факту стрим выходит куда-то, вот вылезает, в реки попадает, может кто-то зайдет. Вот, тоже поделится. Одним-двумя поинтами. Это тоже хороший показатель. Кини киоцкеро. ちゃうわよ。
Господи, когда ты замерзаешь, ты же так медленно двигаешься, божечки. Огонь на тате, скедаси санджу! Моратта. Маленький велосранчик и меньше. Одним маленьким велосранчиком меньше. Да, это занимает немножко времени, но ничего. Главное, что можем, могем и практикуем. Не ложись. Зачем? Я да. Мада-мада дезьё, кинасайё, ой. Я, камон. Так. На. А, спасибо за лайки, ням. Спасибо, спасибо. Так-то подумать еще чуть-чуть и 100 будет, это ж классно. Господи, может действительно получится хотя бы 500, а значит попаду. Так хочется туда попасть. Ну тут-то да, поэтому, видишь, я сегодня в затяжном стриме, вдруг люди возьмут и кинут 1000, мало ли, да? Я да. Орега маморио. Так подумать, на самом деле, 50 человек бы, если так подумать, то очень даже реально. Но у меня такого количества актива просто нет. Ну хотя бы попробовать можно, если будет близко, это ж круто. Интересная же штука, правда? Это реалити. Главное, у меня тут япончики могут появляться. Я-то из-за чего это хочу, потому что на это дело обращают внимание японцы. Они же потом начинают заходить. Так-то они, конечно, заходят, общаться пытаются, но как бы это немножечко, все равно немножечко, прям вот совсем немножечко не то. Сейчас у меня ляжет кто-то. Чуть не положила несчастного мальчика. Ай-яй-яй. Как мне яй-яй-яй? Медленно, но верно прорываемся. Не, на самом деле очень все, я тебе могу сказать, эти 50-летние тусуются. Тут надо знать, как попасть и уметь их отличать. Как бы то, что у нас это все считают детским приложением, потому что как бы оно само по себе сподвигает на безопасный стриминг, ля-ля-ля, но не. Это вражки только там реально почти пупси сидят. Что в Корее, что в Японии, здесь очень все смешано. Очень причем.
Вот. Тут и дети есть действительно 14-летние мимо проходят, потому что опять же стоит лимит с 14 лет. И есть люди за 50 даже, да, я тебя уверяю. Очень интересно, поэтому. Не-не-не, не выходите из круга. Ну куда вы? Ну, у меня тут футбол, смотри. Не-не-не, а ну обратно, обратно, обратно в круг. Не выходите из круга. Ну так я поэтому и хочу привлечь. У меня вот человек, который у меня на интервью был, ну 30+. Вот человек, которого спрашивают, тоже 30+, даже он, в принципе, мой ровесник. Есть даже парочка, даже постарше меня. Ну, из-за того, что вот, я иногда сама натыкалась на 50-летних, так что все очень даже да. То же самое и на американском сервере есть и так далее. Тут просто как попадешь. То, что тут как бы детский сад, который ты можешь отличить и дальше пойти, это ведь, можно сказать, твой скилл. Найти людей здесь можно, очень даже. Ну, как сам по себе, как бы японцы здесь именно более-менее взрослые сидят. То есть 20-летние есть, 30-летние есть. Я как бы на детей, конечно, нарывалась, натыкалась, но так себе скажу. Гораздо меньше, чем, например, на корейском сервере и на русском. Ну, как бы я-то тут сижу из японского, и я его, в принципе, это приложение пропагандировала именно, что как японское. Учим японский. Да? Да. Так, все. Я это сделала. Сейчас мы Лизу, последний ее. Последний, вот последний ее вот этот вот талант. Подымаем. Все. У меня по всем статьям промакшенная Лиза. Осталось только Constellation весь собрать. Уэй! Лиза! Как? Коино, Лиза. На. Ама. Йоманай. Китетте аригато не. Поинта даке демо. Покемон ште кудасай. Сорито мо мошкаште. Анатто но поинту моратте ии? Аташи ва билборду ни хайритай кара са. На. Так, Лиза сделана. Да, у Лизы осталось только книжки, артефакты, и все будет прекрасно, потому что пока что тут все очень даже плачевно. Так, дядя, что у тебя здесь? А что это у нас? Шукуно Камиде Продакшн Челлендж. А он меня даже не открыт. Что мне делать? И как вот мне? Я да. Оките наката. А, it's not open. Сю, комбанми, китете аригато. Поинта даке демо покемон ште кудасай. Соре тома мошка ште. Аната но поинты муратте ии? Вот так вот работают лайки. Видишь, ко мне потихонечку люди заглядывают. Даже просто ради поинтов, но все же. Картоша, привет! Отдай мне свои поинты. Все. Спасибо. За пальчиком надо давать отдохнуть. Дай отдохнуть пальчиком. Дай отдохнуть пальчиком. Thank you.
Нет, я должен работать. Лучше поинты потом собери. У тебя получается, если ты сейчас сделала, по-моему, после 2 часов есть шанс, или после 4 будет. Снова поинты можно будет собрать. Да. Так. На этой прекрасной ноте размениваем все обратно. А. Не знаю, я думаю. Я думаю. А, ну как бы, как ты зарабатываешь? То есть, когда ходишь по стримам, есть 3 промежутка времени. Мой там стрим, еще чей-то стрим. Главное, чтобы это постоянно был какой-то, наверное, другой человечек. В определенном промежутке времени у тебя есть шанс собрать вот эту 1000 поинтов. Ты заходишь к человеку на стрим, вот, и получаешь по 100 поинтов где-то. За сутки ты можешь максимум собрать, соответственно, вот эти 3000 поинтов. Ты вот мне уже отдала какое-то количество, да? Вот это раз. Второе, это вот то, что ты сейчас вот в рыбалке участвуешь, ты получаешь коины. Они тоже засчитываются как поинты. Вот, да, только немножко по другой системе считается, да, немножко побольше получишь. Например, 10 коинов, это 100 поинтов. Да, 500, соответственно, коинов, да, это у нас будет 5000 поинтов и так далее. То есть вот эти коины, там получается, что надо прибавлять нолик, чтобы понять, сколько простых поинтов ты можешь получить. Только эти, соответственно, варианты позволяют в ивенте продвигаться выше. К сожалению, никак иначе. Вот. Мне, конечно, будет еще один ивент на попадание в анимашный журнал, что, в принципе, тоже круто, но там точно будет такая драка. Там, я помню, последний раз, когда было, там люди просто с миллионами сидели. Там не было такого, что вот если ты соберешь 500 поинов, ты стопудово попадешь. И сейчас будет то же самое, что только определенные люди в определенной зоне, то есть это топ-3, либо топ-5, я не знаю, я еще не смотрела, типа попадут в журнал. Все, никак иначе. Вот, то есть это очень сильно, очень мощно, потому что, ну, понятное дело, что японцы сидят себе и, в общем-то, по-хорошему донатят. Это иначе не назвать. Потому что чувак просто не успел начать, у него там всего 3000 человек, 3. А у него уже было 2 почти лимона, там 1 900 000. Начался, вот буквально только начался этот ивент, а ему уже прилетели вот эти поинты, и я такая, как так, как это... Вот, и он удерживает, кстати, вот позиции самые главные, по-моему, до сих пор, давайте посмотрим. Да, этот пацан все еще удерживает позицию, у него уже 3 лимона, почти 4. Так что, поверь мне, это очень интересно, как они тут вообще себе это все делают. Потому что, ну, это невероятная просто какая-то вещь. Понятное дело, что за первое место это полностью твой в рост, получается, будет аватар на этом билборде. Это первые, по-моему, 5 мест, вот тут вот указано даже, да? Вот, типа, вот он билборд, получается, ну, это видно будет, наверное, только на стриме. Вот он билборд, соответственно, а крупные вот эти аватары, это, соответственно, победители, вошедшие в топ-10, да? Потом идет топ-20, то есть после еще 20, точнее, 10 человек после, да, то есть с 11 по 20 место, там будет маленький аватарчик, соответственно, где-то там, да, и, значит, подписка имени. И оставшиеся все те, кто соберет 500 тысяч, они именно именем будут на билборде указаны. Хотя бы так, понимаешь, это уже показатель о том, что ты хотя бы можешь попасть на билборд. В то же время, когда есть другие, я не смогу сейчас здесь показать, если ты заходишь в ивент показывать, как бы сейчас не смогу, потому что это меня может вышибить. Ну, вот из этого ивента. А, получается, что там будет аниме-магазин, то бишь журнал анимешный, и там ты только, если в топ там 3, по-моему, входишь, ты попадаешь в этот анимешный журнал. То есть ты прикидываешь, какая там драка будет за эти первые 3 места? Потом там будет еще один уже только, ну, TV-билборд, то есть не напечатанный, а TV-билборд, правда, не поняла, в каком городе, вот, то есть это на телеке будут крутить рекламу реалити, и ты там, типа, твой аватар провелькает там, короче, это опять же будет такая драка за место, ого-го, так что это самый такой банальный, по идее, и с вероятностью того, что даже твое имя попадет на билборд, все, то есть это стопудово, это 100%, вот, поэтому я и хочу участвовать, собственно говоря. Вот, чтобы хотя бы имя было, потому что в Фукуоке есть 2 человека, и попросить их приехать туда, куда надо, сфоткать это дело,
Кстати, получается, это у нас будет Фукуока. Какая-то Эки. Вот, и там будут это два билборда, причем будет. То есть это не один билборд, это два билборда на этой станции будет. И вот такая вот колбаса. Вот, очень хочется на какой-то из них хотя бы именем попасть. Мелочь, приятно же, ну. Вот. Как-то так. Вот, так что да. Не, у тебя еще одна зона будет, по-моему, после 4, либо после 2, где ты сможешь опять собрать. Тут надо... Я не помню, где это писали, в какие зоны начинается обновление на поинты. Вот, ну, на данный момент у тебя есть только одна сейчас задача, это в ивенте рыбалки, нарыбачить все коины и поднять себе 10 уровень, и тогда ты получишь хотя бы себе лично билетик, крутанешь себе гачу, оденешься красивенько как-нибудь там. О, Картоша, спасибо, 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 давай, давай, тоже работай. Я сегодня вечером, наверное, еще раз выйду. Да, очень хочу. Ну, я в других участвовать не собираюсь, потому что там это бесполезно. Здесь просто есть шанс, причем очень большой шанс. Поэтому я и решила участвовать. А там-то этого шанса нет, поэтому я и не участвую. И не буду участвовать. Вот. Потому что я тут уже успела засветиться с японскими сэйю. Ну, как они, в интернете сэйю, конечно. У меня даже есть мысль одного из этих человечков, если я попаду к ним на стрим, пригласить к себе на стрим поговорить. Ну, чтобы делать перевод именно на русский язык, да, как бы. Они, в принципе, основную массу своего всего сказали, но я не уверена, что они согласятся на бесплатной основе, потому что они приглашенные в реалити люди, а самим реалити, по факту, не считая одного человека, который там самостоятельно тусовался, собственно. Ха-ха. Вот. Так что... Я пока что уговариваю тех, с кем я достаточно долго общалась, а это год, но даже они пока что не особо идут на контакт. Стесняшки, блин, кучеряшки. Боже мой, это твой аватар и только твой голос. Ну, чё ты боишься? Вот, ну, чё ты боишься? Я не знаю. О, Нян-сан, давай. Надеюсь, мы еще поймаемся. Если что, на самом деле, я по большей части стримлю либо... Получается, с утра, а это где-то очень утро, и у тебя ночь, получается. Либо очень вечер, когда, наверное, ты еще на работе. То есть это вот где-то вот с 6 до 9 ты, скорее всего, будешь на работе. Так что давай, удачи на работе. Ой, так. Сакура, Сакура. Очень буду на тебя рассчитывать. Я еще периодически буду оставлять сонные стримы, так что у меня будут авкостримы. Так что если вдруг что-то там наберешь, кидай, кидай, кидай. Да-да-да-да-да. Вот, то, что я не со всеми по времени совпадаю, я это знаю, поэтому мне тут уже сказали, я вот сегодня ночью авкострим устроила. Пока мы спали, добрые люди мне накидали. Ох уж эта разница во времени. Ну, хотя бы так. Шансы увеличиваются. Да, спасибо. Спасибо. Да прибудут с нами поинты. Ну, принты тоже хорошо. Чё, принты это тоже очень вкусно. Вот. Правда, не в этом месте, а в другом, но да. Вот так, на этой прекраснейшей ноте с моей прекраснейшей Лизой стримчик я закончу и пойду готовить себе кушать. До нового стрима. Пока-пока. Соко маде десу не. Соро-соро гохан о таберу но нара кереба нара най десу не. Сугу ни модору то омоу кедо не. Мата не. Бай-бай.